Сколь нестандартная, столь и опасная авария произошла накануне в Риге. Сразу два поезда столкнулись с оставленной на рельсах машиной. Железнодорожно-транспортное происшествие произошло накануне поздно вечером у станции Дарзани. Легковой автомобиль с российскими номерами по неизвестной пока причине оказался на рельсах. Одновременно с двух сторон к автомобилю приближались два поезда. Сначала в автомобиль въехал грузовой поезд, из-за чего машина отлетела в сторону пассажирского и столкнулась уже с ним. К счастью, пострадавших в аварии нет. Путь торможения поездов сильно отличается от автомобиля, он может и достигать при нынешних погодных условиях километра и больше, особенно для грузовых поездов. Оба поезда применили экстренное торможение. Наш поезд получил довольно-таки сильные повреждения, и пришлось его снять с рейса. Для пассажиров были отправлены автобусы. Предполагаемый ущерб пассажиру Вилценс и латвийской железной дороги может составить 10 тысяч евро. Как сегодня сообщили в полиции, автомобиль был угнан с автостоянки, расположенной недалеко от места ДТП. Начат уголовный процесс.